На выборах президента России 18 марта все избирательные участки в Заречном будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Об этом сообщил заместитель председателя избирательной комиссии Пензенской области Алексей Климухин на специальном семинаре. В нем приняли участие председатели, заместители председателей и секретари участковых избирательных комиссий. Мы вам отдали 26 КАИП, и 81 у нас будет применяться в ТИКах города Пензы. 3 КАИП мы оставляем в резерве, в том числе и в Заречном. Один у нас будет в резерве, плюс еще Октябрьский и Первомайский район по одному резервному КАИП. В этом году на выборах президента будут использоваться новые КАИБы. Они оснащены встроенным аккумулятором и могут функционировать в условиях отключения электроэнергии. Распределять КАИБы по избирательным участкам начнут 16 марта. В рамках семинара Алексей Климухин обсудил с собравшимися основные аспекты работы с наблюдателями. Он напомнил о документах, подтверждающих их право находиться во время выборов на участке, а также о том, кто может назначать наблюдателей. На выборах президента предварительно представлять список наблюдателей в территориальной комиссии необходимости такой нет, закон это уже не требует. То есть наблюдателей вы в принципе можете увидеть только в день голосования. Если, конечно, у вас нет практики на отдельных участках, когда наблюдатели приходят накануне дня голосования и смотрят, где же им выделили места, удобно ли им. На семинаре были также подробно рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на избирательных участках и действия членов избиркомов при возникновении нештатных ситуаций. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».